Как известно, к строительству социальных объектов инфраструктуры застройщики жилых домов зачастую приступают в последнюю очередь. Так произошло с четырьмя детскими садами в микрорайоне «Гусарская баллада». Их возведение с переменным успехом ведется с сентября прошлого года. Инспекция главы Одинцовского района начала с детского сада под рабочим номером К-20А на улице Акуловская. По проекту он рассчитан всего на 40 мест. Это три группы. Но Андрей Иванов сразу поставил задачу перед инженерами всех объектов – оптимизировать пространство и значительно увеличить число мест. С учетом перспективы, я считаю, что пока есть такая строительная возможность, необходимо предусмотреть дополнительные места, так называемую программу уплотнения. Пусть будут на всякий случай. И сейчас вот в этой стадии это возможно сделать безболезненно, ничего не меняя особо, просто докупая мебель. По-другому мы планируем внутренние помещения, убираем технические помещения, сжимаем их, добавляем в благоустройство необходимые малые формы, веранды. И это позволяет вместо 40, допустим, 60-70 детишек уже в этот садик приводить. Генеральный подрядчик строительства этого детского сада ФСК «Лидер» в настоящее время производит внутреннюю отделку помещений, установку вентиляции, гидроизоляцию подвала, осуществляет сантехнические и электромонтажные работы. Большое внимание строители уделили и программе для инвалидов «Доступная среда». Пандусы, специальный туалет, лестница с двойными перилами, широкие двери – и все это на первом этаже. В любом случае дети разного возраста, поэтому дети перила есть, у нас разной высоты. Перила у нас уже традиционно. Конечно. Вот. Мы тогда к вам пришлем наших специалистов по доступной среде, чтобы они проверили, еще раз посмотрели. Иная ситуация на объекте К-2. Детский сад рассчитан на 110 мест. Здесь строительные работы выполнены лишь на 80%, а подрядчик покинул площадку. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении другой строительной компании. Третьим пунктом инспекции стал объект К-53. Еще один детский сад на 110 мест. Работу ведет западная строительная компания. Подрядчик постоянно находится на объекте, в том числе в праздничные и выходные дни. Четвертый детский сад под рабочим номером К-52 практически готов. Получено разрешение на ввод его в эксплуатацию. Планируется, что в феврале он будет доделан, а в марте будет принимать первых маленьких воспитанников. Садик готов, ну, по общему, да, процентов, можно сказать, 80-90. По 20-му садику, да, где-то там немножко с опозданием уйдет, но там, в принципе, тоже как бы выдерживаем и подходим к тому, то, что завершение, окончание полных строительных работ нас ожидается во второй декаде 2016 года. Стадия готовности всех четырех садов в среднем составляет порядка 70%. Проблема с очередями в детские сады из всех одинцовских поселений наиболее остро стоит в Гусарской балладе и Лесном городке. Но вопрос решается, тем более, что он находится под личным контролем главы района. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».